Всем привет! Сейчас я покажу, как из груды мусора сделать очень даже прекрасные вещи для дома. Например, такие как вазочки для конфет, может быть еще чего-то, там печенье и прочего. Для ваших украшений сейчас я вам покажу. Вот смотрите, я вам обещала показать, что я делаю из этих лотков из-под помидор, да, которые у меня здесь помидоры лежали, продавались в таких вот коробочках. Вот что можно сейчас с вами будем делать. Значит, взяла вот такую вот коробочку. Затем у меня есть тоже такой вот хлам. Это из пластилина. Вот у меня картон из пластилина. Вырезала я себе здесь уже, значит, заготовочку. Это я вам просто показываю, с чего я это делала. Затем я брала вот такие вот большие салфеточки. Вот у меня вот такие вот салфеточки. У вас, может, какие-нибудь другие красивенькие есть. Затем я оставила вот так вот ее, коробочку вот эту вот. Салфеточка, естественно, должна быть большая. Это большие салфетки, которые продаются. Там их буквально по чуть-чуть штучек продается. Может быть, по штучек 30. Затем я все вот так вот брала, обворачивала. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Все это обвернула. Потом здесь, значит, я вырезала дно. Вот дно. Сюда его наложила, приклеила, чтобы вот это все закрыть, чтобы у меня здесь это вот швы эти все были закрыты, чтобы их не было видно. Затем, значит, я делала вот такие вот заготовочки. Вот они из трубочек, вот такие вот заготовочки. Это нам помощь магнитовские журнальчики. Они даже классненькие, такие бумажка у них хорошая. Так, затем мы берем, значит, крутим вот такие штучки. На канале у меня, заходите, у меня есть, как я показывала, крутить эти все штучки. Как крутить эту бумагу тоже показывала много раз. Значит, заделала вот таких вот заготовочек я. Вот у меня, знаете, бумага вот скрученная просто вот в круточку. Я показываю все, как я там скручиваю и прочее, чтобы было удобно все это сделать. Значит, первую я показываю свою поделочку. Из газет. Это у меня вот такая вот. Смотрите, вот крышечка. Сделала такое вот большое вот здесь отверстие, чтобы у меня вот это вот колесико здесь поместилось. Вот. Я его потом взяла вот так вот, сплющила. Вот. И засунула в это отверстие. И получилась у меня вот такая вот, как бы, держатель для крышечки. Вот, крышечку мы открыли. Здесь у нас вот такая вот. Красите, как хотите. Я красила художественными, чтобы они не стерлись, ничего с ними не произошло. Вот такая вот у меня вазочка, значит, получилась. Сейчас я еще одну вам покажу. Сейчас. Так, чтобы видео долго вас не держать. Сейчас я вам по-быстрому покажу. Смотрите, вазочка у меня получилась. Из этого вот лоток. Значит, я вам поняла, вот я вам показывала. Я потом в салфеточку вырезала вот этой вот картоночкой из-под пластилина. Вырезала. Дело. Все, ребята, ничего не выкидываем. Все берем, делаем. Вот такие вот скрутки у меня получились тоже. И здесь тоже их приплюснула. На палочках. Вот такая вот у меня получилась. Красота. Вот какая она. Вот такие вот изделия из бумаги можно сделать. Так что берите себе на заметку. Всем пока.